поджарочку вот эту мы будем вылаживать наверх, на наши голубцы. А потом все сверху зальем водичкой. Если вы любите, чтобы пожирнее, можете бульоном залить ваши голубцы. И будем ставить тушиться на газ. У них очень много зажарочки, как вы видите. Вот. Вкусненькие будут, ароматненькие. Пахнут. Запах витает во всей кухне. Сейчас будем пробовать.